В Ивановской области состоялся открытый чемпионат СФО по кинологическому спорту «Аджилити». В этом году участвуют в соревнованиях 95 спортивных пар из разных областей. Считается, что это одно из самых зрелищных состязаний с участием животных. Этот вид спорта появился в России относительно недавно. Изначально он зародился в Англии в 70-е годы. Суть его заключается в том, чтобы пробежать с собакой по корту, преодолевая различные препятствия. По правилам аджилити собаки должны бежать без поощрения едой или игрушками. Владелец собаки, хендлер, не имеет права трогать животное или препятствия, за исключением случайных касаний. Следовательно, средства управления хендлера ограничены голосом и жестами, что требует исключительного обучения животного. На соревнованиях такого уровня редко встретишь новичков. Почти все собаки – чемпионы. Здесь присутствуют чемпионы мира, мастера спорта международного класса, неоднократные призеры соревнований международного российского масштаба, члены сборной России. В аджилити главное – настрой хозяина, ведь собаки очень чутко реагируют на происходящее. Кинологи утверждают, что этот вид спорта очень способствует развитию самих животных и помогает хозяевам выйти на новый уровень взаимопонимания с любимцем. Трасса замечательная, все хорошо. Нет, сегодня, наверное, не надеемся мы, потому что он уже старенький. В силу своих лет он бегает гораздо медленнее, чем скоростные бордера. Но у нас еще есть бордер, мы надеемся на него. Победа на этом чемпионате дает спортивным тандемам путевки на чемпионат страны, который будет проходить в конце августа. Судьи признаются, что у некоторых ивановских спортсменов есть большие шансы на победу. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.